Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2. Твой заказ готов, бронзовый шлем надеть. Я, правда, долго думал, что мне лучше сделать. Либо снять безумных монстров, либо Shadow Fight. Но решил перед сном немножечко сыграть в Shadow Fight все-таки. Так, ну что, ребята, мы с вами надели бронзовый шлем. Броня кольчужная, ё-моё. Нам нужно ее прокачивать. 5100 монет нам нужно. Блин, против... После сенсея, да? Мне кажется, сейчас так сложно здесь будет. Просто ты прекрасно видел, как меня убивает именно прохождение на сенсее. Хотя там все вроде бы как бы легко и просто, кажется, с одной стороны. Но здесь будет вообще люто. Смотри-ка, удары только ногами. Поехали с тобой на дуэльку сходим. В этом бою ты можешь драться только ногами. Спасибо тебе, сенсей, утешил. Ну, ребят, попробуем наказать. Надеюсь, у нас все здесь получится. Против нас ниндзя. Удары только ногами. Ну, нам не привыкать на самом деле, так что... Единственное, что мне кажется, вроде как громко. Или это мне только так кажется. Попробуем. Куда ты убежал? Иди сюда. Ах ты, зараза, а. Ну, конечно, ага. На, блин. Стопы роднули. Упс. Блин, что же мне такое сделать-то тебе, а? Прищелыга ты такая. Ах ты, хитрозадая. Да-да-да, нет. На это ты меня не купишь. Получай в ответку. И еще разок. Одними ногами мы должны тут с собой... Оп. Стопы. Да что ж ты юлишь-то так здесь, а? Ну, конечно. Как будто я не знаю, что ты тут собираешься сделать. Ребят, по-моему, сейчас мы ее закромсаем. Подсечка. Увернулась. Главное не попадать под... Опа, и я попал, да, как раз под... Пошло. Пошло, называется у нас вот с тобой. Прям в табло. Танцор. Вот такое я получил достижение. И у нас с тобой второй раунд. Ну, пока мы держимся молодцом. Пока все у нас красиво. Ну да, конечно. Оп. Вот это, кстати, опасно было сейчас, потому что она меня могла подловить. Так. Стопы, роднуля, ты что делаешь? На. Опа. Перебила все-таки меня. Слушай, она сейчас так и будет, что ли, тут елозить? Скорее всего, да. О, еще и по голове задела. Блин, тихо. Отходим. Я же бросить не могу, потому что у меня не активен удар рукой. Поэтому придется терпеть ее унижение. Да иди ты в пень. Ну что за дела-то, ребят? На. Хорош, я тебе скажу. Зашибись. Неужели я сфейлю этот уровень, ребят? Этот бой, точнее. Что-то пахнет именно керосином. Ну-ка. Я говорю, подсечку делай. Вот так вот хотя бы. Поехали. Как она это догадывается, а? Так, так. Поехали. Да, уворачивается, да? Ладно, ребята. Да ну! Ну, понятно, короче, сейчас ребята сфейлились. Я тебе говорил уже неоднократно, что на втором раунде они почему-то активируются. И уже не так просто с ними драться. Сейчас удачно получился двойной пинок. Нормуль. Вставай. Получила по башке. Опасно было. Сейчас мог бы продинамить, ребята, вспышку и получить. Видишь, что творит, а? Ах ты, зараза. Ну, прыгай сюда. Ну, не с ногами же, просто прыгай. Хочет сделать суперудар, я так понимаю, да? Нет? Да ну иди ты в пень со своими бросками, а? Ой-ой-ой, начинается у меня, ребята, дрейфование. Так, тихо. Погнали в ответку. Ответка, конечно, ответка. Я, главное, не попадаю, а она по мне вот так вот делает. И прижимается ко мне. Специально же хочет бросок сделать. Да ну... Хорош, я тебе сказал. Так, у нас с тобой на равных здоровье. Причем она прекрасно, наверное, понимает, что у меня только удары ногами. И ты видишь, всячески мне вредит.
в ответку. Ну давай, 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 что это там задумал опять? На! Так, осталось только лишь добить. Главное, ребята, не спешить. Упс, тихо, готово. Так, друзья мои, победили мы эту ниндзю и получаем деньги. Так, мы с тобой это заслужили. Ну и теперь, наверное, нам стоит немножечко прокачаться. Прокачаться в плане того, что либо усилить броню. Она у нас вообще куплена. Так, ну чеки у нас есть, мы их можем прокачать, понятно. По броне что у нас? Угу, есть, и шлем у нас тоже с тобой есть. А, так, я думаю, наверное... Блин, или нунчаки прокачать. Или броню. Давай броню. Улучшим. Сколько? 2 минуты? Ну, это недолго. Недолго, ребята. Так, и на шлем нам нужно с тобой накопить. Ну, там немножко нужно денег, так что должно все хорошо у нас быть. Тут безумно. И надо... Так, а что, у нас только остается вот это испытание безумно и все? Вы серьезно? Больше ничего нету? Как печально-то все, ребята. Могу только здесь проходить. Другого варианта нету. Или идти на отшельника. Но я его не победить не смогу, наверное. На турнире, как ты видишь, пока невозможно. Хотя... Надо хотя бы, чтобы было безумно. Поехали. В этот бой можно вступить только с доспехом, шлемом и метательным оружием 12 уровня или выше. Сенсей, хорош меня парить. У меня все уже к этому делу готово. Единственное, что да, у нас нунчаки не прокачанные, но... Тем не менее, безумно. И задира против нас. То есть мы с ним как бы оба ближники. Че, Сюрик будешь бросать, нет? Конечно будет, ребят, как же он. Поехали. Попался парень, отлично. Поехали дальше. Эх, связочка не получилась, ребята. Связочка не получилась. Ага, ага, поехали мы. О, как чудно-то мы ему сейчас наковыляли. Давай еще разочек попробуем. Юлит. А если я? Вот чем нунчаки хороши, ребята. То, что вот вблизи. А подожди-ка, почему у нас так мало здоровья? Он что, по мне попал, что ли? Умудрился как-то влупить мне? А когда он это сделал? Я что-то не видел. Поехали. Понимаешь, тут осталось совсем чуть-чуть. Есть. Первый раунд за нами. Что-то я не могу понять, откуда у меня так мало здоровья, а? Видимо, где-то я вспышку прозевал. Ага. Поехали. Ой-ой-ой, нет. Хорошо, хорошо, ребят, получилось. Нормуль. Только благодаря тому, что он... Сюрики, да? Нет. Никаких сюриков он не стал бросать. Да чтоб тебе... Блин, начинается, короче, а? Да что ты блокируешь-то, гад? Ну, подловил? Подловил. Поехали еще разок. Есть контакт. И... Блин, хотел связочку сделать. Так, надо попробовать. Тихо, отойдем, 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 отойдем. Жук. Сюрик будет бросать. Нет, ребята, я простоволосился немножечко. Сюрик он не стал бросать. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, ребята, вот так вот мы с вами здоровиться-то и растранжириваем. Ты достал, ну серьезно, в блоке-то стоять, а? Поехали. Ой. Как ты, а, гаденыш, ногой. Блин, я эти сюрики почему-то боюсь, не знаю. Подходить к нему, у него еще тот удар пробивной очень сильный. Поэтому я как бы специально стою издалека. Ах, сейчас была хорошая комбинация. Начинается, да? Так. Ты сюда пришел просто так, что ли, да? Давай, парень. Вот это ты удачно подпрыгнул, мне понравилось. Метает. Ага. Подлавливаем. Так, тихо, тихо, тихо. Развернись. Успел. Как он звезданул-то больно. Сразу же блокируется и ответку мне дает. Поехали. Ну, ребят, ну вот как вот здесь вот быть, а? Ну вот как вот быть, блин?
Все-то он тут делает правильно. У меня почему-то так персонаж не может двигаться с такой быстрой скоростью, как этот. Он ударил, там что-то сразу же нижний удар сделал. Че там? Да иди ты со своими этими соревнованиями, мне сейчас не до тебя. Я хочу просто победить этого задиру и раз навсегда наказать его, чтобы он здесь молчал в тряпку. И все, и нам нужно что будет потом? Ну, заработаем немножко денег, заточимся и, наверное, пройдем с тобой соревнования. Поехали. Ну вот видишь, что происходит? Так, он меня достал уже в корень. Воу-воу-воу. Так. Не выпускаем, не выпускаем. Поехали. Есть контакт. Аккуратно. Замечательно, ребята, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Так, может сюрик в него бросить? Тихо, да присядь, блин. Так, попробуем метнуть. Если бы я попадал еще, а. Бросок, шикарно. Теперь попробуем вот так. Угу. Прям в воздухе. А че я радуюсь-то? Радуюсь, потому что, ребята, мы с вами победили в первом раунде. А сейчас он активируется. Я уже запарился говорить, что он сейчас активируется. Они всегда активируются. Ага. Опа, опа, нифига ты. Локтевик сраный. Валяться, я тебе сказал, жуй землю. И еще разок. Ну-ка, что он будет делать? Отгребать он будет от меня. Вот что я тебе хочу сказать. Что он будет еще от меня делать? Смачно. Нет, не в этот раз, парень. Поехали. И блокируется-то главное, а? Смотри, все правильно делает, блин. И отскакивает как надо. Ну как вот, ребят, ну, смотри, ну, что это? Попробуй, блин, с таким оппонентом, блин, сыграй. Который все знает, как нужно сделать. И как сбить вовремя, да? И как ударить. Ага. Смотри, и откаты, и все у него как полагается. Ну что, пора, наверное, его добивать. Друзья мои, я победил задиру на безумии. Так, получаем с тобой награду и, конечно же, идем за деньгами. Ох, какая шикарная награда. Я, значит, могу себе заточить. Наверное, будем на унчаке затачивать, да? Так, у нас с тобой бой с тремя противниками подряд, случайное оружие. Здорово просто. У меня просто нет слов. Драться с тремя противниками на безумии, ну это перебор, по-моему. Ну что, затачиваем нунчаки. Сколько нам там? 2 минуты ждать. И шлем улучшаем. Так, тут 3 минуты, да? А, нет, 2. А что у нас с сюрикенами? Тоже можно их улучшить, в принципе-то, да? Везде ждать 2 минуты. Так, ладно, а чем мы с тобой можем тогда заняться во время этого процесса? Отшельник ждет, когда я откликнусь, да? Безумно. Блин, ну с тремя противниками. А, поехали. Бой с тремя противниками подряд. В каждом раунде у тебя будет случайно выбранное оружие. Ай, случайно выбранное. Так, у нас змей, скала и чертовка, да? А змей с посохом. Там не скала, а утес. А какое мне оружие дадут? Можно посмотреть? Дайте только путевой какой-нибудь. Нунчаки. Мое же оружие. Ладно. Поехали. Так, друзья мои, тут аккуратненько, аккуратненько с вами. Он метать не будет, сюрик? Что-то юлит, а? Все, я понял тебя, парень. Была ошибка моя. Ты смотри, что творит, а? Подловил я его все-таки, а? Ну-ка, поехали. А! Гад, какой юркий, а?
Юркий, очень юркий. Его надо держать, друзья мои, вблизи. И сразу контратаковать. Присядь. Ну, что это за дело-то? Твою налево, у меня уже здоровья мало, а? Хорош парень, а? Угу, угу. Слушай, а если я буду с тремя противниками, у меня здоровье-то будет полностью восстанавливаться или как? Случайно, говорит, блин, оружие тебе дадут, ага. Дали мне нунчаки, блин. Теперь попробуй ими забомбить. Есть. Так, первого мы ушатали, змей был, да? Так, дальше утес, а потом чертовка с утесом. Посмотрим сейчас здоровье, как у нас там. Мне кажется, не восстановит нифига. Хотя кто его знает. Ну, раунд 2. Блин. О, мне еще и дали какое оружие, блин. Ах ты, ушлепок ты этакий, а. Да блин, подожди, а где урон-то? А что такое урон-то ничтожный, эй? Замечательно, я тебе скажу, просто замечательно. Не наношу вообще урона никакого. Не, друзья, ну это разве дело? Фигня полная, я тебе скажу. Это бред. Бред. Причем конкретный. Завалить трех я даже на утесе. Я его просто не наношу никакого урона. Значит, делаем с тобой выводы следующие. Либо нам принимать вызов отшельника, либо... Подожди-ка, у нас же здесь. Хм. Невозможно. Невозможно. Слушай, а может быть нам... Так, у меня как там с оружием-то? Все заточилось или нет? Или еще время идет? Вроде 2 минуты как бы я подрался. Зачаровать можно. Можно нам нунчаки, да? Можно зачаровать броню. Давай нунчаки попробуем зачаровать, наверное, с тобой. Простой рецепт. Применить. Сколько? 19 минут ждать. Ё-моё. На безумие идти. Слушай, пойдем с тобой на отшельника, а? Может, попробуем его запинать, а вдруг получится, а? Я в этом, правда, очень сильно сомневаюсь. Получится, конечно. Хотя, ребята, если вспомнить, когда я проходил в первый раз, вообще давным-давно, не то что проходил, а играл, я отшельника бомбил именно нунчаками. Сейчас посмотрим, как у нас это дело пойдет. Ну, первый раунд, ладно, еще можно как-то здесь выкрутиться. Так, поехали. О, начинается, да, у тебя? Бзики вот эти вот. Подожди, а почему? Хорош, дедуля. Пробить не получилось. Но зато, я смотрю, у него очень даже все хорошо получается. Да, деда я этого запарюсь просто бомбить. О-о-о. Офигеть, а с какого перепуга-то, блин, старик, ты достал меня. Офигеть, значит, надо возле него все время кружиться. Просто рядышком, и все. Кольнул, гаденыша. И свой сюрикен пульнул, а? Ну все, ты достал уже, дед плешивый, а? Ну давай вставай, что там на коленках, блин. Припал, блин. Да, хорошо, он тут сейчас у меня летает. Будем, блин, честны. Да пошел ты, знаешь куда, а? Старый хмырь. Только за счет магии своей выходит, выкручивается. Слабо, что ли, тебе подраться-то, а? Как настоящий мужик, а? Сынок, блин. Прячется за свою магию. А на самом-то деле, кто ты? Да никто, без магии ты вообще никто. Ничтожество ты, ё-моё. Старый хмырь, блин. Без рода, без племени. Ну и чё, опять магию? А, нет, сюрик, ну ладно.
Трусливое старое хмырло, блин, а. Да. Друзья мои. Нет, ну нунчаки, если прокачать, в принципе, если прокачать их довольно хорошо, можно этого старика вонючего победить. Но для того, чтобы его прокачать хорошо, нам нужно... А что нам нужно? Нам нужны деньги. А деньги кто? Где мы можем? Только лишь на выживание зарабатывать. Потому что здесь... Слушай, дай попробую здесь попробовать. На невозможном. Это у нас счастливчик. Получится или нет? Хотелось бы, чтобы получилось, конечно же, но никто никакой гарантии не дает. Ой. Так, у него тоже дубинки, кстати, такие довольно мощные. Слушай, ну урон он получает нормуль. Нормуль. Я думал, будет намного хуже, если честно. Опа. Делаем выводы, друзья мои. Нельзя пропускать практически ни одного удара, иначе он, если делает связку, это очень больно на нас отражается. И все из-за этих вот вонючих дурацких сюрикенов, поверь мне. Все из-за сюрикенов. Ну вот что вот он творит, а? Он запарил меня. Получил, гаденыш? На, еще раз. Поехали. Чё? Как вот сюрики, ребята, у него? Да идите вы в жопу, а. У них у всех заклинашки есть. Ребят, я не знаю, как здесь драться с ними. Они все с заклинаниями. У меня заклинаний нету. Я не знаю, единственное, почему здесь не отображается магия. Там у нас все видно, да? Когда летит, когда... А тут... Или у него невидимая какая-то магия, что хрен узнает. Поехали, попробуем. Блин, если я счастлив... Если я счастливчика, блин, смогу забомбить на безумке, это будет на самом деле круто. Единственное, о чем я пожалею, это то, что я не сделал теневой режим. Вот и все. Поехали. Опа. Блин, я хотел сделать бросок ему. Попал под комбинацию. Вот это дело дрянь. Как только попадаешь под комбо его, все, ребят, считай, пиши пропало. Пол хп он тебе сразу сносит. Ну, это понятное дело, потому что режим сложности невозможно. Еще, конечно, вот эти вот его уклоняшки. Бляха, муха, ты достал, собака. Все? Воу-воу-воу-воу. У меня, конечно, тоже комбинация неплохая, ребят, но... Прикинь, прикинь, прямо вот перед лицом его вонючая потная пятка пролетела перед моим. Я ведь все равно его ушатаю. Долго, возможно, будет. Возможно, придется даже вырезать пару десятков боев, но я этого счастливчика обязан ушатать. Да, ребят, я знаю, что сделал? Если я сейчас проиграю, я поставлю теневой режим. Ну, ночь, короче, там, по крайней мере, у нас бонусов будет побольше. В плане камней. Ага, начинается. Опа, нормуль так получил, да? Блин, бросок сделал, а. Так, поехали. Ага, отлично, так, ждем. Блин. Понятно все. Ну, о чем тут можно говорить? Из-под тишка, если бьет магия. Я, если честно, не помню, чтобы здесь уже применялась магия. Ну, по крайней мере, она применялась, но только после того, как у меня уже была. А тут они что-то бомбят вообще. Бомбят вообще люто. Сюрик, да? Нет? Так. Окей, предположим. Естественно, естественно, естественно. В любую секунду он может применить заклинание. Я не удивлюсь ничему здесь абсолютно. Да ты разве... Я не знаю, как с ним быть. Ребята, я считаю, что это, ну, это несправедливо. Это как минимум, потому что, ну, у меня нету магии. Он меня бомбит. Я ее еще к тому же не вижу, если... В этом, как его...
в Сёгуне, я, по крайней мере, вижу, что он ее готовит, да, накаляет. Как бы можно среагировать. Тут не поймешь, что он начинает удар делать, то ли что, только по звуку характерному. Можно определить, что уже влетела магия. Офигеть. Поехали, фиг делать. Должен я его рано или поздно наказать же, а? Лучше рано, чем поздно. Ох ты, хорошо сейчас досталось. Ну, готовишь, да, заклинание свое, не? Нет, никакого заклинания. Начинает броски делать. Начинает выкрутасы. Я даже не успел присесть. Ты прикинь, я хотел присесть. Я видел, что он собрал делать. Но не успел. Если он так будет каждый раунд делать, извини меня, как тут вообще тогда с ним драться? Как? Нет, единственный вариант, это, конечно, еще возле него постоянно крутиться. Но постой просто-напросто. Угу. Предположим. Что, в углу его, что ли, так вот зажимать? Или что с ним делать? В углу не получается он. Смотри, что он делает. Сейчас бы, блин, мне досталось. Ага. Поехали. Приехали, ё-моё. Нет, все-таки я считаю, из-за магии он выигрывает. Так, ребята, я зачаровал себе броню, шлем и нунчаки. Короче, на шлеме у меня с броней поглощение урона идет, а на нунчаках у меня идет урон. Да чтоб тебя. Так. Ну, урон я имею в виду в плане отравления. Сейчас посмотрим, как оно будет, с каким шансом срабатывать. Пока я никаких шансов тут не вижу на срабатывание. Но вижу зато поглощение урона. Идет довольно неплохо. Так. Давай, вставай, я еще не закончил с тобой, счастливчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поглощение не сработало, да, скажем так. Бумс в голову. Куда только не прилетает урон мне. Тут меня, по-моему, уже ничего не спасет. К сожалению. Ладно, первый раунд за ним. Тут очень тяжело не пропустить удары, понимаешь? Даже если ты просто стоишь, он все равно будет по тебе попадать. Все равно будет попадать. И вот это вот отпрыгивание от стенки меня раздражает, если честно. Да ладно. Все, ты достал меня, а? Квазимодыч. Подожди. Тут нам повезло сейчас. Успокойся ты, я тебе сказал, а? Заклинание, ну, опа. Ты прикинь. Вот это да, ребята. У меня броня просто поглотила весь урон, который он выпустил именно магией. Это что-то с чем-то такое. Вот, ребята, отравление на нем висит. Висит отравление. Может быть, сейчас мы его сможем ушатать. Может быть. Не уверен, но попытаться можно. Так, шикарненько. Иди отсюда. Друзья мои, первый раунд за мной. Ну как первый раунд? Пока ничья, 1-1. Все-таки есть шанс. Есть у нас с тобой шанс. Или нету? Если также поглотит урон от заклинания моя броня, то это, конечно, будет имба. Ты посмотри, что он творит, а? Вот, пошло, 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 ребята, дело. Так, отравление, да? Отравление — это всегда хорошо. Бросок. Слушай-ка, смотри, смотри. Не хочу сглазить, ребята. Сглазил. Сглазил. Ну как он успел? Ну умудрился за доли секунды. Ребят, давайте заново еще разок попробуем. По-моему, все-таки мы сможем его победить. Мы обязаны это сделать с вами. Вот, чтобы это ни стало. Я должен стереть эту ухмылку с лица этого красавчика, друзья. Слушай, то, что вот у нас с тобой поглощение урона идет конкретно, это вообще круто. Ох, парень, парень потерял свои дубинки. Но он может меня и без дубинок тут, так сказать, завалить, если захочет. Поехали. Получил табло. Поехали дальше.
Да блин, я хотел ему такой же удар сделать, и все равно он меня опережает. Смотри, что творит, а. Промахнулся, придурок. Магия захотела, а, бомбануть меня. Тихо. Фух. Ну понятно. Он не так-так-так меня хочет забомбить. Отравил. Бросок сделал, да, мне? Вот ушлепок. Или это кто? Кому бросок-то сделал? Он мне, да? Я поглотил опять урон этот. Поехали. Бросочек ему, так сказать, на дорожку. Все, ребят, он меня все-таки ушатал, а? Блин, ну этот бой, конечно, прикольный. На безумном играть это действительно сложно. Очень сложно, ребят. Поэтому я немножко в шоке, когда мне говорят, что кто-то прошел на безумном этого, как его, отшельника. Я только могу только порадоваться. Я бы вряд ли, наверное, смог бы на безумие его пройти. Хотя, если просто, знаешь, там сутками играть просто напролет, да, вырабатывать какую-то определенную тактику, стратегию, возможно, тогда и можно будет. Так, мы будем с ним что, обмениваться? Я... Ох, просто ты смотри, что он творит. Да, ребят. Ну что, понеслась. Понеслась, как говорится. Надеюсь, без магии все это дело обойдется. Ага, подловил. Так, сейчас он хорошо так получил от меня. Так, лучше тут нафиг юлить. Так, отбился, да? Ага, ага, поглощаем урон с тобой. Все-таки, ребята, зачарование здесь очень много что значит, если честно. Магия сейчас, наверное, применять будет. Я боюсь, что он заклинание в любую секунду применит. Вот что. Конечно. Поглощаем с тобой урон. Я боюсь этого. Оу, все, сбил. Да чтоб тебе, блин, одним ударом этим задним говнюк собачий, блин, меня пробил. Ой, да как же сложно-то с тобой, а? Хмырь ты болотный. Ну что ты там отскакиваешь? Специально, да? Свои сюрики, как всегда, хочет. Давай пробуем так же. Да, мои-то сюрики здесь, конечно. Ну? Так, отравление повесили на него. Ну, пускай пока немножко потравится. Ну, давай, давай, давай. Как он так уклоняется? Почему я не могу такие делать? Сальтоновы, крутасы, блин, а, ребята? Поехали. Еще попытка. Очередная, сотая, двухсотая. Я не знаю, какая уже. Сбился со счета, друзья мои. Сбился просто со счета. Серьезно тебе говорю. Поехали. Да надо же. Еще и отравление повесили. У-у-у. Ну и что ты стоишь тут? Смотри-ка, 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 что у нас получается, ребят. А бросочек можно ему сделать на дорожку? Можно. Поехали дальше. Ай, комбинация ударов. Я тебе говорил, что эта комбинация очень опасная. Что-то он, мне кажется, магию хочет сделать, нет? Нет. А мог бы. Ребят, по-моему, первый раунд за нами. Фух, одолел. Одолел я. Но я тебе скажу, что сейчас он будет еще хуже. Он будет активироваться. У него накопилось 100% энергия для того, чтобы применить магию. Так, по ногам, правильно. Блин, я уже думал, сейчас будет что-то делать. Нет, он просто... Есть, прям... Вот, вот так вот. Кто кого ударил? Хорошо, что мы поглощаем урон с тобой. Поехали. Окей, еще разок.
Мы его травили, ребят. Мы его травили. Давай-ка я вот так лучше перекачусь. Попал? Попал. И вот здесь вот у нас с тобой есть шанс его сейчас забомбашить просто-напросто, понимаешь? Маленький шанс, но он есть. Ё-моё, в голову-то как прилетело. Да сдохнешь ты, гад, а? Есть. Фух, друзья мои. Выдающийся. Это на безумном. Невозможное возможно. Получил достижение. То есть еще и в ночном режиме я его завалил. Тут уж надо смотреть видосик по любасику. Так, и того у нас сколько? 10 тысяч. Слушай, ну это немало, если честно. Это немало. Так, продолжаем с тобой турнир безумно. Подожди, а, ну это уже все заново, да, начинается как бы турнир безумное. А мы с тобой пойдем, наверное, затачиваться. У нас остается только лишь отшельник босс. Вот, ребята, у меня отравление заточилось. Мне пришлось, правда, потратить гему, потому что по 20 минут я уже не мог терпеть ждать здесь. Также у нас, как говорится, поглощение урона. И здесь тоже поглощение урона. Я считаю, что очень классно выпало мне. Так, заточка. Делаем. Ну, тут 2 минуты можно подождать, ничего страшного, да? На броню не хватает. На шлем. На шлем хватает. Улучшим. Если он также будет поглощать урон, даже ту же магию, в которую меня стрелял тот хмырь, да, полностью поглотил магию, то с отшельником, возможно, будет не так уж и сложно драться. Но ты видел, что этот отшельник тут делает. Ну что, у нас нету выбора, ребят. Только пойдем, наверное, днем на него, да? В дневное время, потому что, ну, в ночнуху там делать нечего. Или подождать на 2 минуты. Не, давай попробуем забомбить его сейчас. Ну как забомбить? Подраться с ним. Как раз первый бой у нас с тобой будет разминочным. Плюс у нас за 2 минуты наложится прокачка на мои доспехи, на мои нунчаки. И, надеюсь, будет у нас все хорошо. Тут главное первую стадию, да, хорошо пройти. На вторую он уже будет, конечно, применять заклинание, но... Твою налево. Так, ну это терпимо было. Ага, отравляшку повесил, ребят. Хорош, поглощаем урон, это замечательно, ребята. Давай, вставай, старик. Слушай, он получает пока от нас, ну, люлей. Заклинашка. Уху. Вовремя, ребята, я успел. Вот у него видно заклинание, да? Когда он собирается применить. Надо же, я тут старика, смотри-ка. Хотел сказать, бомблю. О, поглотили урон. Замечательно. Так, вставай, дед. Конечно, перекаты. Ё-моё, поглоти урон. Слушай, ну это имба какая-то. Мы просто с тобой на поглощухе. Тихо. Он отравлен был, да? Был. Да ты... Вот тут мы не поглотили, к сожалению, урон с тобой весь. Слушай, дед, хорош, а? Есть. Так, ребят, первая стадия пройдена. Ну, ты сам прекрасно видел, довольно неплохо. Начинается. Вот сейчас будет веселуха, сейчас он будет... Конечно же, применять свою супер-пупер магию. Но если он, конечно, мне... А что, не сработало-то, парень? Мы что, поглотили или мне... Показал? Нет, все. Все, все, все шикарно. Так, старик, вставай. Не надо. Блин, так и хочет, ребята, применить свою магию, я вот прям чувствую. Ну я ему не даю. Понятно. Только лишь с помощью заклинаний он и может тут выигрывать по ходу дела, да? Слабак, несчастный. И это причем 2 раза мне везло, что я ему не давал. Так, поглотили урон. Его бы вот побольше, побольше бы у нас бы срабатывало с тобой отравление. И цены бы не было бы мне. Конечно, началось. Ох, пронзил. Нет. Ну, тут, конечно, жестко все. Дед, ну хорош уже, а. Ты то такую магию, то такую применяешь.
Будь это, как сказать. Ага. Тихо, поглощение за поглощением мы с тобой делаем. Повезло-то сейчас как крупно. Поглотили, прикинь. Да, обрадовался. Ну вот как вот с ним быть? У него еще, видишь, вот эта аура вокруг него. Она меня отталкивает, когда он начинает ее делать. То есть сейчас счет 2-1. В его, естественно, пользу, ребят. Попал я, да, я. И плюс отравление на него повесил. Давай так сделаем. Опа. Тихо. Фух, повезло. Ну да и достал, ну серьезно тебе уже говорю. Блин, старый хмырь. Опять он там что-то магию что ли делал или что-то такое. Поехали. Ну вот как вот так вот быть, блин. Неужели только вот так вот его и подлавливать, а? Ну это, ну, ребят, ну это... Все. Старый хмырь, а. Я, если бы не поглощение урона, ребят, я бы уже... Ну, давно бы отдупился, на самом деле. Это просто везет. Он там что-то все... Ты слышишь, он там применяет свое заклинание, вот это вот. То есть, и вот сейчас хотел он применить ауру. Ну, хотя бы разочек-то. Есть. О, друзья мои, еще 2-2. Ну, на третьем раунде. Я боюсь даже представить, что сейчас будет на третьем раунде. Отравляшку повесил уже хорошо. А ты что-то в другом сами... Бабах, и все, и вот начинается. Достаточно две молнии мне хана, ребят. Такой, Юлус, и ты проиграл. Конечно, проиграл. Говно ты собачье, а? Бородатый хмырь. На самом деле, это как бы считается, ну, один из простых боссов, да? Отшельник. Я уже там молчу, там дальше вдова, оса. Помнишь, как я осу сенсеем бомбил? Или той же самой тенью? Ну, ты шмотки помнишь, какие у меня там были? Во-во. И какое сейчас у меня тут говно надето. Так, хорошо пошло. Я говорю, если бы у нас с тобой срабатывало бы побольше отравляшка бы, мне кажется, ему давным-давно бы уже пришел бы каёк. Давай, тень. Ну смотри, блин, что делать. Чмо вонючее, блин, болотное говно, блин. Же бесит меня, блин. Все, блин, идет к тому, чтобы его побить. Нет, блин, начинается вот это вот говновыкрутасничество. Просто, блин, понимаешь? Ну, ведь сейчас не удивлюсь, если сейчас запустит магию. А, у меня нет слов. У меня просто нет слов, ребят. Вот и все. Но он вообще накапливает энергию. Говна кусок, блин. Уклоняется. Отравление получил. Так, хорошо. Хотя бы так, ребята. Поехали. Но ну тут вообще, ну прессинг капитально идет, ты понимаешь? И вот начинается вот это вот выкаблутничество у него. Ой, пропишет сейчас, да? Офигенно. Сейчас ушоркает, да, меня? Или как там это будет выглядеть? Это будет выглядеть пока 1-1. Но это пока. Почему так фигово накладывается, ребята, отравление, а, на него? Что это еще такое сейчас было? Какие-то пришельцы вторгаются в мою игру. Какие-то помехи, блин. Откуда это все берется-то вообще, а? Опять хотел заклинание, да, свое применить?
Да иди ты. Повезло-то как, а? Так, я попал. Так, секунду, ребята, отравление. Есть, оно его убило. Слушай, если мы сейчас вот так же хорошо сейчас пройдем, лишь бы рука не дрогнула, лишь бы не подвела, мы с тобой сделаем этого старика. Мы обязаны с тобой его завалить. Че он там стоит? А, понял. Не надо. Не надо, дед, вонючий. Клоп ты, водомерка. Я не знаю, как тебя еще назвать. Поехали. Опять мне повезло. Так, друзья мои, не расслабляемся. Никаких сюриков ему. Бросок мне сделал. Ах ты, плешивое говно, а. Так, поехали. Он все старается заклинашку свою эту применить. Отравление, ребят, на него повесили. Слава тебе, Богу, ё-моё, научить ученого. У меня аж язык заплетается. Друзья мои, ну это было что-то с чем-то. Это, ну для меня это было очень сложно. Поверь мне, очень-очень сложно. Так, мы с тобой тут получаем только приз. 3 гема. Слушай, а если я посмотрю, гемы тоже увеличатся? Нет, нифига подобного, только лишь монетки я заработал. Ой. Для своих лет ты прекрасно владеешь техникой боя. Хорошо, я открою тебе свой секрет, но ты должен выполнить одно мое поручение. Мясник, главарь банды из соседнего города, угрожает мне. Он хочет узнать мою тайну. Избавься от него, сослужи старику службу. А теперь иди и сей разрушение на своем пути. Таинственная зеленая печать, полученная от отшельника в жестоком бою. Одна из 6 печатей ключа от темных врат. Ты достойно показал себя, тень. Секрет магии попал в верные руки, но не позволяй ей взять над тобой верх. Сохрани доброту в своем сердце. Отлично. Не могу дождаться момента, когда увижу магию в действии. Давай найдем пару мишеней, чтобы оценить твою новую силу. И мы, ребят, с вами попадаем к мяснику. Акт 3. Кровавый след. Эй, ребятки, как дела? Меня Птичкой зовут, рада с вами познакомиться. Добро пожаловать в наш городок. Странно, что столь юная особа расхаживает одна посреди ночи и пристает к незнакомцам. Я чую недоброе. Не беспокойся, сенсей, что тут такого? Она просто хочет с нами подружиться. В магазине доступен новый раздел магии. Да неужели? Неужели я дожил до этого? И я уровень получу 13. Вот оно, ребятушки. Счастье дорогое. Не забываешь, что ты выиграл не все бои в предыдущей провинции. Тебе стоит вернуться и закончить их, прежде чем соперники станут слишком уж сложные. Покажи, что ты мне тут хочешь. А, ну да, здесь я не выиграл. Ну тут, блин, фиг пройдешь. Ой, ну главное, что мы с тобой добрались до территории мясника. Будем здесь уже в следующей серии разбираться. Прикинь, меня сразу встречает уровень сложности. Невозможно. Просто вот невозможно, невозможно. Вот как хочешь, так и играй. То есть мне нужно... Кстати, рысь почему-то... Нет, подожди, рысь-то это понятно. Отшельник, а почему он не дает мне свои мечи? М? Почему не дает? Смотри-ка, здесь главное выполнено, а здесь можно еще... А, ну тут безумно. Просто зарабатываем с тобой вот эту вот фигню. Ну что, дорогие друзья. Да, серия показалась мне короткой, ну потому что я 1000 боев сделал с одними и теми же противниками, но все-таки их победил. Обязательно увидимся в следующей серии. А пока всем удачи и до новых скорых видосиков.